Я на самом деле из семьи хореографов профессиональных, поэтому мое то, как, чем я занимаюсь, наверное, абсолютно никакая не новость, и все достаточно логично происходит. Еще даже с бессознательного возраста, лет с 3-4, я уже выходил на сцену в составе в основном взрослых коллективов. И, ну, судя по тому, что рассказывают родители, и судя по реакции зрителей, судя по фотографиям даже взрослых зрителей, которые я сейчас пересматриваю, получалось у меня неплохо. Соответственно, дальше по логике своих родителей, профессионалов, хореографов, меня отправили в хореографическое училище. Я думаю, что, ну, у меня даже выбор не стоял, кем быть, потому что это шло само по себе. И в большинстве своем, наверное, выбор за меня сделали родители и, судя по всему, сделали все правильно. Во всяком случае, я не жалею ни о чем. Я получил академическое образование в хореографическом училище, то есть это была классика, народный. Дальше я столкнулся с джазом, с модерном. Уличные стили до меня доходили уже, скажем так, факультативно. Профессионально я этим никогда не занимался, до меня это доходило уже настолько, насколько я где-то выхватывал, с чем-то сталкивался в режиме постановки. Наверное, основным для себя я бы сейчас определил contemporary, но хотя я не люблю говорить о конкретном стиле, я не люблю говорить, что я работаю вот в таком стиле, нет. Наверное, я нанизываю на базу contemporary, нанизываю то, все, чем я занимался. Поэтому скорее это, наверное... Ну да, это авторская хореография, это некий экспериментал на базе contemporary. Еще раз скажу, что я не люблю работать в определенном одном узком направлении. Я считаю, что танец – это не спорт. И танец должен жить и развиваться. В тот момент, когда я начинал свой, скажем так, хореографический путь, у нас, во-первых, было меньше информации, и меньше возможностей за кем-то стремиться, кому-то подражать. Это были видеоклипы Майкла Джексона на видеокассетах. Сейчас информации море, информация абсолютно разноплановая. Танец не стоит на месте, танец развивается так же, как любой живой вид искусства. Поэтому то, что происходит сейчас, это интересно, мне очень интересно, куда это выведет, потому что сейчас все меньше и меньше остаются чистых направлений. Танец постоянно меняется, постоянно стили смешиваются, и мне нравится такой принцип развития. Я считаю, что танец – это все-таки это выражение своих мыслей посредством тела. И когда человек танцует, ты можешь сказать, это плохо, хорошо, но танец это или нет – это может решить только тот человек, который танцует. Я пока не решил, что я буду до конца жизни заниматься исключительно постановкой хореографических номеров. Мне кажется, сейчас я еще сказал не все, но в дальнейшем, возможно, я все-таки займусь... В любом случае это будет связано с искусством, в любом случае это будет связано либо с режиссурой, либо с какими-то другими формами искусства. Но пока мне еще есть что сказать в рамках постановки хореографии.